Потенциал есть в каждом ребенке, главное его раскрыть. Так считает двукратная чемпионка мира, фигуристка Ирина Слуцкая. Мастер-класс для начинающих поклонников фигурного катания известная спортсменка провела в городе Щелково. Более 100 ребят смогли встретиться со своим кумиром на Щелковской ледовой арене имени Владислава Третьяка. Это не первый мастер-класс, так как у меня есть несколько своих школ по фигурному катанию. И здесь, в Щелково, она тоже существует, открыта в феврале месяце. Я специализируюсь на том, что я провожу мастер-классы, выезжаю в различные муниципалитеты. И помимо школы еще вот так вот делюсь своим опытом с маленькими детишками. Есть духовные силы человека, есть физические силы человека. И вот здесь вот на этой арене, когда занимается фигурным катанием, мы видим симбиоз, когда внутренний духовный человек вливает в свои физические возможности. И то, что нас этому будет учить, наших детишек будет учить Ирина Эдуардовна, это будет очень здорово, будет правильно, потому что она сама прошла эту школу. Кто может нам растить настоящих чемпионов? Только тот человек, который сам прошел такую школу и достиг высоких результатов. Поэтому мне очень радостно, что здесь будет работать школа Ирины Слуцкой, что Ирина Слуцкая сегодня дает мастер-классы. Одной из первых групп в рамках мастер-класса стали совсем еще юные фигуристы. Некоторые из них до этого не занимались ни в одной спортивной секции и даже на каток зимой выходили нечасто. Другие осваивают лед меньше года. Но кто такая Ирина Слуцкая, знают все, даже мальчишки-хоккеисты. В Литвиново катаемся на катке. Вот. И у нас там лед открытый, правда, и они играют в хоккей немножко. Вот. Сегодня именно к Ирине приехали попробовать себя в фигурном катании. Просто мы хотели посмотреть, как Ирина Слуцкая показывает мастера там. Да. Просто все по телевизору, а тут вживую посмотреть. Кому-то показать пару приемов, а кого-то просто поддержать, дать уверенность в своих силах. Ирина Слуцкая старается всем ребятам уделить поровну времени. Юная жительница деревни Медвежьи озера Настя Бабаскина занимается фигурным катанием всего пару месяцев. Признается, когда узнала о предстоящей встрече с кумиром, была в восторге. Ждала, вот мне очень нравится, она спортсменка, она хорошая. Она меня многому научила, что надо пробовать, что хорошо получается, что надо тренировать каждый день и что всегда-всегда получится. Каждому старалась подойти, каждому подсказать, рассказать, ведь каждый ребеночек индивидуален. Кому-то нужно чуть пожестче, а кому-то нужно и поласковее, кому-то нужно показать, а кому-то просто достаточно сказать. Вместе с известной спортсменкой на катке ребят встречали еще два тренера, преподаватели школы Ирины Слуцкой, которая вот уже два месяца работает в комплексе ледовой арены. Всего в секциях комплекса фигурным катанием занимается более 250 ребят со всего Щелковского района. После мастер-класса у их родителей была возможность задать спортсменке актуальные вопросы о развитии спортивной инфраструктуры в поселениях. Уже как председателю комиссии по развитию спорта Общественной палаты Подмосковья Ирина Слуцкая многие инициативы поддержала. Ведь индивидуальный мастер-класс – хорошо, а доступ к ежедневным массовым занятиям спортом – еще лучше. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».